Крупное ДТП в Кыштыме. Кроссовер перевернулся после столкновения с отечественной легковушкой. Подробности в нашем репортаже. По предварительным данным, водитель «Лада Весты» не уступил Kia Sportage, когда выезжал со второстепенной дороги. От удара иномарка перевернулась. Только чудом никто серьезных травм не получил. А это кадры с трассы Екатеринбург-Челябинск. Столкнулись сразу несколько автомобилей. Водитель, в салоне которого установлен видеорегистратор, вылетел в кювет. В результате аварии травмы получила пассажирка автомобиля Ford. У нее сломан позвонок. Вероятнее всего, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции и невнимательность на дороге. Это же трасса, но немного позже. Водитель пошел на разворот и не заметил другой автомобиль. ДТП с участием машины ДПС произошло в Магнитогорске. По сообщению инспекторов ГИБДД, 19-летний водитель «Лада Приора» при перестроении не убедился в безопасности маневра. В результате столкнулся с патрульным автомобилем ДПС и легковушкой «Ситроен С4». Машины получили механические повреждения. Молодого автомобилиста привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 500 рублей. А водитель, управлявший Mitsubishi Lancer, не пропустил трамвай. Удар был настолько сильным, что у вагона покосила дверь. Пострадавших нет. В результате столкновения движение электротранспорта на этом участке было остановлено. Обнял столб. Челябинский водитель пошел на таран электроопоры и погиб. На этих кадрах спасатели достают лихача из салона. ДТП случилось напротив дома номер 71 по улице Артиллерийской. 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением. Выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на электроопору. От полученных травм он погиб. А на этих кадрах водитель иномарки спровоцировал столкновение. Автор видео остановился, чтобы выяснить все обстоятельства. Но виновник продолжил движение, как ни в чем не бывало. Возможно, он просто не почувствовал удара.